Добрый день, вы смотрите «Итоги дня», телеканал «Правда ТВ», с вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В домах жителей 5-го микрорайона Ишеевки пустят газ в 2020 году. Мобильные бригады для помощи пенсионерам и маломобильным гражданам в рамках нацпроекта «Демография». Затянувшийся ремонт в Димитровградской школе номер 10. Что сделано и когда ждать окончания работ? Музыкант Владислав Муртазин привез в Ульяновск уникальный электронный орган. Пожар на подворье у многодетной семьи Шемякиных случился около года назад. Четверо детей тогда остались без молока. Сгорели не только сарай, но и вся живность, которая была на подворье. Тем не менее, сегодня они не бедствуют благодаря соцконтракту и собственному труду. Подробности у Павла Полового. В июне 2018 года надворные постройки многодетной семьи Шемякиных из села Красная Сосна Базарно-Сызганского района внезапно загорелись. Несмотря на то, что пожарная часть находится совсем рядом, сарай и коровник спасти не удалось. Пламя было настолько сильным, что не удалось спасти и домашнюю скотину. Дети остались без молока, яиц, мяса, всего того, что давало личное хозяйство. В трудный для семьи момент рядом оказались работники соцзащиты. К нам сами люди приехали с соцзащиты и предложили для начала адресную помощь, ну, чтобы мы начали строительство. Вот. Ну, как видите, за год с небольшим мы построились практически. И в этом году нам предложили взять уже помощь на расширение хозяйства. Сегодня хозяйство не только восстановлено, но и приумножено. 2 бычка на мясо, дойная корова, 6 десятков кроликов, куры и огород с овощами, картошкой позволяют родителям не думать, чем накормить детей. Ухаживать за подсобным хозяйством умеют все. Кто помладше, кормят кроликов, кто постарше, косит и возит траву. Глава семьи и его жена Наталья ухаживают за крупным рогатым скотом. У нас и молоко свое, и творог свой, и сыр свой, и масло сливочное свое. И продаем сколько-то там. Живут небогато, но достойно, и главное, своим трудом. В доме Шемякиных каждый знает старинную русскую поговорку: «Как потопаешь, так и полопаешь». Поэтому от работы никто не отлынивает. Глава семейства самостоятельно спроектировал и построил теплые непродуваемые сарай и коровник. Мы им предложили попробовать программу социального контракта. Они, правда, не сразу согласились, сказали, немного подумаем. Они подошли к этому вопросу не сразу, сказали, подумали, посчитали. И уже пришли к нам с готовым предложением. Мы им предлагали несколько там выборов вариантов, направлений, чтобы они сами подумали. Они пришли, сказали, что у них была уничтожена и корова, и то они хотят корову восстановить, но чтобы дальше развиваться уже и приобрести телят, им еще нужно восстановить надворные постройки, дальше расширить. Подобная семья далеко не единственная в регионе. С начала этого года заключено 619 социальных контрактов в рамках нацпроекта «Демография», что на 158 больше, чем в прошлом. Из уже имеющихся соцконтрактов 560 направлены на развитие личного подсобного хозяйства, остальные на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и образовательные услуги. Помощь от соцконтракта для каждой семьи индивидуальна. Это способ заработка, предлагаемый государством, позволяющий семьям с шатким финансовым положением встать на ноги. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ. Уровень газификации населения природным газом превысил 60% по области. С 2006 года протяженность газораспределительных сетей по региону увеличилась более чем на треть. В следующем году голубое топливо появится и у жителей нового 5-го микрорайона поселка Ишеевка Ульяновского района. Слово Ренате Алиуловой. Голубое топливо в дома жителей 5-го микрорайона Ишеевки начнет поступать осенью следующего года. 66 земельных участков стали частью рабочего поселка чуть больше 3 лет назад. Сейчас на территории идут строительно-монтажные работы внутрипоселковых газовых сетей. Прокладка газопровода стоимостью почти 12 миллионов рублей готова на 40%. Общая протяженность газопроводов – это почти 6 километров, это 5 километров 750 метров. Проложено на сегодня 3,3 километра общих протяженностей, то есть имеется в виду и высокий газопровод, и низкого давления. Вот, значит, договоренность с подрядчиком достигнута та, что в этом году будут выполнены полностью строительно-монтажные работы, и объект будет подготовлен к пусконаладочным работам. На момент, когда в микрорайон Ишеевка приехала наша съемочная группа, специалисты готовили площадку для установки газорегуляторного пункта. Сейчас мы зачистили трубу, вот, забили сюда муфту,
Сейчас мы ее отрегулируем, чтобы она у нас отцентровалась. После того, как отцентровалась, мы затянули болтами, вот этими саморезами, чтобы он как бы крепче схватился. Сейчас сюда подложим что-нибудь и поставим фитинги и начнем варить. Мама троих детей Аниса Халикова вместе с семьей переехали в микрорайон одними из первых. Получить участок удалось бесплатно благодаря программе по поддержке многодетных семей. За 3 года успели обустроить дом, наладить хозяйство. Как признается женщина, для полного счастья не хватает только газа. Готовить еду и отапливать дом пока приходится с помощью электрокотла. Ну, во-первых, это будет экономия в бюджете, потому что у нас все-таки сейчас электроотопление и дороговато выходит оплата коммунальных. Ну, 6-7 тысяч зимой мы платим. А газ это все-таки будет дешевле и готовить на газу быстрее. Хотела бы я выразить благодарность и администрации нашего района и, конечно же, губернатору Ленинской области Сергею Ивановичу Морозу за то, что у нас в регионе есть такие программы. Осуществляется поддержка многодетных семей. Деньги на внутрипоселковый газопровод в Ишевке выделили по поручению Сергея Морозова в рамках дополнительного финансирования программы газификации в июле этого года. Напомним, сумма на газификацию населенных пунктов общей сложности увеличилась почти на 26 миллионов рублей. На эти деньги газопровод построят не только в Ишевке Ульяновского района, но и разработают проект для села Тиньковка Корсунского района, села Екатериновка, Спешневка, Стоговка и поселка Первомайский Кузоватовского района. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправда. ДТВ из Ульяновского района. Не так давно губернатор Сергей Морозов высказал инициативу о создании мобильных бригад для помощи пенсионерам и маломобильным гражданам, куда бы входил медик, соцработник и представитель местной администрации. Сегодня это поручение активно выполняется в рамках национального проекта «Демография». В зоне покрытия вся область, работает 17 специализированных машин. Как говорит старинная пословица, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Согласно поручению губернатора Сергея Морозова, медики, соцработники и представители местных администраций образовали мобильные бригады и активно выявляют тех, кому нужна помощь. Ежедневно в населенные пункты региона выезжает 17 специализированных машин, приобретенных в рамках проекта «Демография». Населенный пункт, взятый для обследования, буквально прочесывает на предмет страждущих. Нуждающимся в лечении и отдыхе предлагаются варианты решения их проблем. Все свои, все хорошо. Еще один момент. У нас действует клубы Центра активного долголетия. Также у нас есть еще и заезды туристические, и серебряные заезды тоже имеются. То есть это выезжаем и по территории Ульяновской области. Если у вас такая возможность есть у вас по состоянию здоровья, ноги болят, да? Ну, желание, если возникнет, контакты наши знаете, вы обратитесь, и мы подберем вам подходящую смену, ну, скажем так, скрасить ваш досуг. Работа бригады комплексная. Помимо социальной помощи, медицинская. Медик старается выявить неинфекционные заболевания, дать рекомендации или при соответствующих показаниях госпитализировать. Транспортное средство позволяет возить граждан с ограниченными возможностями здоровья. Данный автотранспорт получен у нас в рамках национального проекта «Демография». Это специализированный транспорт, который приобрели специально для работы этих мобильных бригад. Приобретение машин осуществлялось за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». На закупку выделено порядка 32 миллионов рублей. Кстати, машины сделаны на базе УАЗа, оснащены современным подъемником, фиксаторами инвалидных колясок и прочим, что необходимо для транспортировки в медучреждение или дом отдыха. Работа ведется ежедневно. Кроме профессиональных, членам мобильных бригад предъявляется требование быть отзывчивыми. Бригада, работу которой мы снимали, полностью соответствовала означенным требованиям. Был составлен список обследования, согласованные с здравоохранением граждан старше 65 лет всех поселений. То есть мы выезжаем централизованно с здравоохранением, со специалистом, подомно, надомно, с каждым. Ведем обследование, спрашиваем вопросы по мерам социальной поддержки. Здравоохранение работает по своей линии. Если какие-то вопросы возникают от граждан, которым мы в силу своей деятельности, не наша структура работает, мы эти вопросы передаем в следующие структуры. В день специалисты обходят многих. Если успевают, то обследуют целый населенный пункт. Здесь никто не торопится, человек должен успеть поделиться проблемами, специалисты успеть рассказать о полагающихся льготах. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.
В Димитровградской школе номер 10 состоялось очередное выездное совещание рабочей группы. На повестке дня, как всегда, обсуждение выполненных работ, выявление недочетов и обоснованное беспокойство в родительской общественности. Напомним, что это общеобразовательное учреждение было закрыто на капитальный ремонт в 2016 году. На многочисленные виды работ затрачено уже несколько миллионов региональных денег. А в процессе капремонта неоднократно выявлялись нарушения как со стороны подрядчиков, так и заказчика. Многие из родителей уже сдались, говорит председатель родительского комитета 10-й школы Наталья Лепешкина. Сдались, то есть устали от затянувшегося ремонта и проблем, которые только множатся в процессе капиталки. Проблема сейчас у нас с покраской. Потому что мы в мае выбрали все цвета, расцветки утвердили, то сейчас для нашей подрядной организации это как бы затруднительное. Соответственно, они нам предоставили другие расцветки цветов, краска, и другой фирмы. Расцветки поменялись из-за стоимости краски. Не критично, конечно, но опять же не то, что изначально выбиралось. Впрочем, окончательно цвета будут выбраны, когда подрядчик нанесет краску на пробные участки. Только после того, как варианты будут одобрены, приступит к покраске всех стен. Гораздо большее опасение вызывает пуск тепла в учреждение, ведь отопительный сезон не за горами. Сейчас нас все-таки беспокоит, что они к 1 октябрю не успеют запустить отопление. Подрядная организация здесь, как можно сказать, на той неделе один работник работал, в понедельник два работника. На данный момент, видите, пустая. Никто не работает, но с утра якобы было 13 человек. То, что рабочие с утра действительно были на объекте, подтверждают директор школы и заместитель директора МКУ ДИИП Максим Башев. В отличие от родителей, представитель ДИИП уверен, что отопление в школе будет запущено вовремя. Следующая встреча рабочей группы намечена на 2 октября. До этого времени подрядчику предстоит не только подготовить школу к пуску тепла, но и завершить немало других работ. Подрядчик в этот период должен выполнить работы по шпаклевке и шкурению стен в нишах за радиаторами отопления, установить радиатор отопления, провести опрессовку, промывку системы отопления и уже запустить отопление. Помимо этого, за 2 недели в школе должны быть проведены работы по устройству песчаного слоя и армированной стяжки в спортзале. Сейчас мы получаем на этой неделе по результатам технического обследования здания дополнительную проектную документацию, в которую войдут работы по усилению всех несущих конструкций здания. Соответственно, мы уже будем готовы выходить на аукцион для определения генерального подрядчика. И уже в дальнейшем все оставшиеся виды работ будет выполнять уже генеральный подрядчик. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Вроде бы все понятно. Вот вам подрядчик, вот вам работа. Но сколько же еще нужно сменить подрядчиков, заключить договоров и вложить сюда денег, чтобы все-таки отремонтировать школу? Несмотря ни на что, заказчик ДИИП уверен, что в этом году все основные работы будут завершены и весной 2020-го останется только благоустроить и озеленить территорию. Оптимизм, заслуживающий уважения. Народный артист Башкортостана выступил для школьников. Органный концерт состоялся в Ленинском мемориале. Что приготовил Владислав Муртазин и продолжится ли его выступление в нашем городе? Подробности у Виктории Черковой. Маленькие гимназисты прикоснулись к прекрасному. Сегодня в Ленинском мемориале состоялся органный концерт для детей. Произведение лучших мировых композиторов исполнил Владислав Муртазин, народный артист Республики Башкортостан. Программа оказалась красочной. Детский альбом Чайковского, фрагменты Щелкунчика и хоральные прелюдии Баха. Также Владислав представил публике творчество Мусоргского, цикл пьес «Картинки с выставки». Маэстро привез уникальный электронный орган. Единственный в России инструмент, который хранит в своей памяти тембры духовых органов разных эпох. Программу назвали «Музыка, которая изображает». То есть музыкальными красками, средствами органа. Органы – это очень такой многокрасочный инструмент. Случайно его называют инструмент-оркестр. Вот будем рисовать всякие музыкальные картинки. Для полноты ощущений каждый концертный номер дополнялся видеорядом. Учителя заранее подготовили подопечных к культурному походу. Ребята из первой гимназии узнали об органе на одном из классных часов. Например, я как классный руководитель провела предварительную работу. Потому что недаром считается, что это орган – это король всех инструментов. То есть вот мы вот этого концерта ожидаем что-то такого таинственного и загадочного. Владислав Муртазин еще не раз выступит на ульяновской сцене. Концерты состоятся в сентябре, ноябре, феврале и апреле. Орган нового поколения ульяновцы увидят не только в Ленинском мемориале. Вскоре ожидается тур по школам и домам культуры. Музыкант также планирует посетить Димитровград. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.
Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в регионе ожидается прохладная погода. В воскресенье возможен дождь. Завтра температура удержится на уровне 9 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. Хороших вам выходных!